Запускаем следом второй видосик в поддержку Сергея Матвиенко. Давайте поддержим его. Петрович, у меня начались 33 сутки голодания, клизму сегодня сделал 2, одну с солью, но поскольку у меня закралось подозрение, что боли в животе вызывают солевые клизмы, следом сделал с простой воды. Вот значит, лучше всего это со своей собственной уриной, которую вы насобирали в течение дня. Она еще не пропадает, это жидкость ваша, она ничего не вызывает какого-то раздражения, как даже обычная вода. Обычная вода может вызвать раздражение слизистой. Поэтому либо делайте вот, ну, если вы брезгливые, с водой обыкновенной, там, допустим, вы ее подогреете лучше всего. Ну, подогреете так, чтобы она слегка тепленькая была. Потому что если слишком теплая, она не будет держаться в организме. Слишком холодная, тоже она будет воздействовать. А вот тепленькая, так температура тела чуть ниже, где-то градусов, наверное, 25-20, это то, что надо. Так, и действительно, боли в животе прекратились, самочувствие улучшилось. Но это не обязательно от клизм возникает. Боли в животе там еще идут. То есть там работа ведется. Так. Теперь буду делать с простой водой. Вода из кишечника стала выходить более светло, с небольшим содержанием слизи. Ну, эти слизь-то есть еще. То есть все это еще выходит. Вот. Вот когда слизь перестанет выходить, а там как раз, знаете, вот чем вот эти вот слизистые образования в кишечнике отличаются. Они, знаете, как бы сказать, вот как, ну не хочу сказать, ну скажем так, как слизняк. Он отбрасывает свое, знаете, тело для того, чтобы сохранить, будем говорить, вот эту матку. Вот матку он сохраняет любой ценой. Практически уже все отбросил, матка еще остается. А потом, когда вы начинаете выходить, опять разрастается эта слизь и так далее. Поэтому, чтобы вы такой феномен знали. Так, теперь можно рассмотреть донышко унитаза. Вот видите, сколько слизи выходит, что можно рассмотреть донышко унитаза. Сколько всего должно выйти? Так, идет много мелкого калового мусора. Видите, мелкого калового мусора. До сих пор какой-то каловый мусор выходит. То есть какие-то залежи, которые спрессовались, они в конце концов начинают все-таки размягчаться и выходить. То есть тут оживает и слизистая этого самого кишечника. Она наконец-таки начинает все это отбрасывать от себя. И еще что, знаете, вот, допустим, что-то прикипело вот так вот к слизистой. Вот это слизистая, это раз, какой-то, грубо говоря, каловый камень. Так вот здесь вот образуется новая слизистая оболочка. Она растет. И она растет сюда. И потихонечку отрастая, вот это все отбрасывается. Отбрасывается. То есть, оболочка становится новенькой. Надо, желательно, чтобы вот этого калового мусора вообще-то не было. Далее. Нос с каждым днем дышит лучше. То есть, вот есть, как бы сказать, вот вы голодаете, и толком особо, как бы, изменений положительных не происходит. А потом, когда вот большая часть каких-то вещей, о которых вы не подозреваете, выведена, и только вот здесь начинаются разительные какие-то результаты. Вот так вот и с носом. Нос с каждым разом дышит лучше. Почему? Потому что слизи стало меньше в организме, которая выбрасывалась через слизистые носоглотки. А теперь вы ее вывели через кишечник, ее там особо нету. То есть она особо не образуется. Поэтому и дышится лучше. Сейчас перед сном закапал урины и дышится почти нормально. Но вы постарайтесь, знаете, как бы сказать, промывать нос это хорошо. А вы стараетесь для того, чтобы у вас ноздри открылись. Открылись, задерживать дыхание, притормаживать его. То есть вы так, допустим, дышите, ну, грубо говоря, там 10 раз в течение минуты. А вы усилием воли слегка притормаживаете дыхание, чтобы у вас было там раз 6-5 за минуту дыхательных вот этих вот циклов. И вы почувствуете, как у вас начинает самостоятельно расширяться
дыхательные проходы в носе и так далее. И дышаться будет хорошо. То есть это тоже надо понимать. Хотя вчерашней ночью дышалось не очень. А ночью, как правило, человек забывается, и он особо не контролирует. А вот вы перед сном, так сказать, поконтролируете это все. И потом, глядишь, лучше. Но, тем не менее, голод уже на 33-е сутки и далее, он уже сделал огромную работу, и, как бы сказать, вот идут такие интересные результаты. Получше. Так, и что-то сегодня после клизм часто тянет пописать. После клизм вода-то всасывается. Особенно если, допустим, с солью, когда делается, вот типа морской воды концентрация, то она насасывает в толстый кишечник воду из организма и выводит ее. А когда вы делаете обычную клизму, да, с водой, то она, естественно, часть воды всасывается через толстый кишечник, и потом она выходит через мочевой канал. Так, надо последний раз сходить в туалет и пробовать спать. Ну, с питьевым режимом и с клизмами надо разобраться. Так, чтобы вы, допустим, если хорошо спите, высыпались и не поднимались в туалет. А то уже почти час, а завтра всем вставать на работу. Ну да, надо. Так, самому не верится, что проделан такой длинный путь. Не спеша, день отголодали хорошо, ага, завтра день отголодали хорошо, день отголодали хорошо. И так вот с таким вот настроем можно очень длительно голодать. Так, осталась финишная прямая, ну, не загадывайте себе, так сказать. Вот так вот поступайте и голодайте. А потом, сейчас вам обязательно надо смотреть на выход, чтобы вы на выходе не сорвались и не перечеркнули проделанную вот так вот за месяц с лишним работу. Вот, чтобы своим, так сказать, выходом неправильным и в первую очередь не сдержанным вы не перечеркнули. Вы будете выходить в течение практически в два раза большего срока, нежели голодали. Особенно первые, вот, допустим, если человек отголодал 30 дней, значит, где-то вот 45 дней особенно он должен придерживаться, прислушиваться, ни в коем случае не обольщаться и, не знаете, не забрасывать в пищу там, вернее, в желудочно-кишечный тракт, пищу думает, а там все переваривается. Ничего подобного. Пищеварение ушло в клетки, и теперь из клеточного уровня она должна подняться на уровень пищеварительной системы. А это процесс, а это время. А если вы его завалите, у вас будет несварение с последующим отравлением. А отравление, кто его знает, как вы перенесете. Так что будьте на чеке. Сегодня замариновал тыкву с солью по Болотову. Интересно, что получится. Ну вот, контактировать с продуктами не надо. Ну не надо это делать. Я уже который раз говорю, что это не надо делать. И все равно делается, думаете, так, всяк и так далее. Но смотрите, чтобы потом это не аукнулось. И все-таки Болотов для меня непонятен. Ну... Так, за два дня прочитал его брошюру «Лечение желудочно-кишечного тракта по Болотову». 120 страниц. Надо читать «Целительные силы», может, и Болотов станет понятнее. А знаете, вот «Лечение желудочно-кишечного тракта», вот там по Болотову и так далее, знаете, некоторые там, вот все что угодно можно сказать, по Малахову, вот там, по еще там какому-то, по еще какому-то. А я сейчас вам правду матку скажу. Ну, скажу, все странно интересно. Существует физиология пищеварения. Физиология переваривания жиров, белков, углеводов и так далее. Вот если вы этому удовлетворяете, а именно
съедаете, вот если у вас желудочно-кишечный тракт слабый, съедаете только один продукт пищи. Один. Тщательно пережевывая, да? Он у вас более-менее переварит. Далее, делайте перерыв такой, чтобы вам захотелось кушать. Это говорит о том, что процесс переваривания закончился. Вот, съедайте небольшое количество пищи, и все у вас восстановится. То есть продукты должны быть естественные, жидкости там до еды. Ну, вначале вот так называемая монодиета. Ну, можете почитать у меня. То есть будете следовать физиологии переваривания, у вас будет все нормально. А не будете там, хоть по какому вы там будете там делать, ничего не получится. Так, он хоть и закисляет организм, а все равно при заболевании ЖКТ предлагает лечиться овощами, но только жмыхом, да, соками тоже. Ну, посмотрите, после жмыхов и овощей вы должны перейти на, как бы сказать, на обычную пищу, на ту же картошку, на тот же хлеб. И если вы его неправильно съедаете, то ничего с ним получится. Непонятный он какой-то, расспрашивайте. Мне кажется, учение Булатова было создано противовес Неумывакину, который говорит об ощелачивании. Ну, я уже говорил о закислении, о ощелачивании и так далее. И знаете, я вот, Сережа и все остальные, я в своих рекомендациях и вот то, что я использую, я стараюсь использовать физиологию. Как это должно быть в организме? А не то, что я придумал кремлевскую диету, а не то, что я там придумал какую-то углеводистую, другой там это самое, жировую, еще там какую-то как-то там называется, кето-диета, хрето-диета, и почему голодание на соках и так далее. Я использую физиологию организма, вот эти вот процессы, которые в нас идут. И чтобы не идти им наперекор, а следовать им. И все нормально. И нос нормально дышит. И кишечник вовремя опорожняется. И как-то сила есть. И желание к близости есть. Ну и все такое. Вот что значит просто-напросто следовать работе своего организма, которая была заложена природой, и не извращать ее. Ну что, сказал, да, я, так сказать, думаю, поддержал Сережу. И еще хочу ему сказать, смотри, Серджио, смотри. Дело в том, что у тебя изначальный вес большой, ты там еще можешь голодать там и так далее, выбрасывая там всякую эту ерунду. Но следующий этап, который ты должен пройти, он еще более важный. Это правильно восстановиться. Не перечеркнуть голодание. Поэтому заранее читай мою книгу, смотри и не читай то, что тебе не надо. Вот в данный момент тебе надо познакомиться с правильным выходом. Посмотри там видосики в школе голодания, как Эдуард выходил, вот, потому что я своего выхода не записал, в то время я не думал, что я вообще там будет какой-то интернет и еще что-нибудь такое, чтобы это все было правильно, и тогда будут очень хорошие результаты, порадуешь себя. Есть особый день в году. Наступает темноту, Новым годом он зовется, и для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, запах мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, веселись.
Веселись, народ, наступает Новый год. Он врачу нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем. И почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Эй, веселись, 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 народ. Наступает Новый год. Что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей. Загадай свое желание и под звон курок попей. Веселись, 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 народ. Наступает Новый год. Что нам несет, он подарки раздает. Радость и любовь несет, это Новый год. Бам-бам-бам, 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 бам-бам-бам,